Ван Дамм будет сниматься в одном фильме со Сетхом, то Ван Дамм в начале фильма получит люлей. Потом будет тренироваться и в конце фильма опять получит люлей с Сетхом. В чем мотивация? В чем мотивация? Но бесспорным лидером, конечно, боевиков 90-х является, конечно, Стивен Сигал. Обожаю его. Обожаю. Потому что он всех убивал ножом в голову. У него был один удар. Ножом в голову. Все. И у меня даже самая последняя финальная драка в фильме никак не отличалась от всех предыдущих. Он просто заходил в комнату, там сел чувак, тут чего говорил. Я ждал тебя, Ника. Сейчас мы узнаем, кто из нас самый. Вот и все. Я обожал тогда.